По словам президента Союза глухих Эстонии, основные проблемы у людей с нарушениями слуха связаны с трудоустройством. В то же время с 1 марта в Эстонии на законодательном уровне признан язык жестов, что существенно облегчило жизнь людей, его использующих. На конференцию, посвященную 85-летию Общества глухих Эстонии, приехал и президент Всемирной Федерации глухих Марку Йоккинен. Он высоко оценил придание официального статуса языку жестов в Эстонии, однако отметил, что еще есть над чем работать. Üks selline suund, kuhu võiks areneda, on see, et ka kurdid ei jääks maha teistest inimestest, et nad võtaksid osa ühiskondlikust elust, et nad räägiksid kaasa poliitikas. На данный момент в Союз глухих Эстонии входит более 800 человек.